Здравствуйте, меня зовут Радмила Лукич. Я занимаюсь крупными продажами. Моя сфера интересов – это продажи бизнес-ту-бизнес, все, что с этим связано. Значит, продажи, маркетинг, но то, что общее – это длинный цикл сделки, большая средняя стоимость сделки. В частности, то, чем занимаюсь лучше всего – это управление продажами и работа с ключевыми клиентами. В последнее время в фокусе моего интересования находится предпринимательство, предприниматели и критические факторы успеха среднего и малого бизнеса. Приглашаю вас 27 мая принять участие на таком то ли кейс-тренинге, то ли мастер-классе под названием «Продажи для топов». Почему я так условно называю формат? Потому что для меня самое главное, что вы оттуда вынесете, что вы будете делать по-другому. Изменение поведения. Предназначен этот тренинг в первую очередь для топ-менеджеров компаний, которые непосредственно не участвуют в продажах. Это могут быть и владельцы компаний, акционеры, генеральные директора, финансовые директора. Одним словом, люди, которые делают погоду в компании и которые официально не являются продавцами. Как я люблю говорить, если ты понимаешь, что происходит в продажах, ты ресурс, если нет, ты просто начальник. О чем это будет? Это будет некий микс рационального и эмоционального. По моей любимой аналогии, сердце – это радар, и оно подсказывает, куда. Мозг – это компьютер, и его задача определит, как. Значит, немножечко похоже на разделение функций между директором и менеджером. Вот обо всем этом там и поговорим. Есть две причины, почему вы должны оказаться на этом месте 27 мая. Первое, если вы в самом начале и хотите начать с правильной ноты, не упустить шанс разобраться с важными вещами в самом начале. И второе, если у вас действующий хороший бизнес, и у вас уже такие обороты, когда и условно небольшой тюнинг даст очень серьезные финансовые эффекты. Для самого хорошего эффекта от посещения этого мероприятия рекомендую приезжайте командами. Плохо, если кто-то был, переводит, пересказывает тем, которых не было. Лучше, если присутствует та команда, которая по возвращению займется улучшением системы продаж в компании. Мая, 10 часов утра, я вас жду. Думаю, что мы нашли хорошее окружение. Это ресторан City Club International, башня 2000, набережная Тараса Шевченко, дом 23А. Жду вас. До встречи. Поверьте, нам с вами будет интересно и полезно. До 27 мая.